Всем привет! Сегодня у нас был очередной заморозок. Я еще не ходила на свой виноградник, который у меня укрыт под пленкой. К сожалению, кроме пленки под рукой ничего не было. И купить спанборд тоже было не за что. Поэтому, что смогла, укрыла спанбордом. Что не смогла, оставила кусты так. В этом уголочке у меня растет два куста. Они у меня вот в таком вот закуточке, можно сказать. Здесь я их укрывала шифером, вот шифер еще стоит на зиму. И вот так он сейчас выглядит. Вот этот у меня сорт, это мускатный, кишмыш мускатный. И как вы видите, здесь он под заморозки не попал, чему я очень рада. Не знаю почему, может стены нагреваются и отдают свое тепло. Может здесь ветра нету. Но я заметила, что в основном вымерзает виноград там, где слишком сильные холодные ветра. Вот у меня основной виноградник стоит между домом и другим зданием. И там свищет ветер. Вот там все вымерзает. Здесь же у меня подарок Запорожью, наверное. Про них я вам уже рассказывала. Эти кусты я в прошлом году пересадила. Этот кустик пересадила однолеткой. То есть посадила на место, он вырос за сезон. И на следующую весну я его пересадила сюда. Как бы выбрасывать было такие сорта жалко. И как бы нашла им такое место, где, как говорится, оно ненужное. Вот. А вот получается вот этот сорт. Это подарок Запорожью. Тоже, можно сказать, ну, двухлеткой. Попал под заморозки, когда рос на таком проходящем по ветру месте, где свистел ветер. Он сильно попал под заморозки, поэтому можно сказать, что толком урожая я не видела. Но вот тоже пересадила его двухлетним кустом. И он у меня в этом году должен дать мне первый урожай. В прошлом году, когда я его сюда пересадила, то урожая как такового не было. Ну вот, вроде веточка хорошая. Пока еще не видно. Есть тут, вроде есть гроздочки. Посмотрим, что это будет за сорт такой. Вот. Ночью тоже был сильный заморозок. Про остальной виноградник сниму вам чуть позже. Спешу на работу. Но вот он у меня как укрыт. Я вам уже показывала, что у меня даже велес попал под заморозки. Ну, пока как-то вот так. Уже прибегу с работы и покажу вам, что же здесь у меня опять случилось. Вот, пожалуйста, лед. Значит, опять помёрзнет. Здесь, наверное, видно вам вот пасынки, которые уже дотрагиваются до пленки. Там, где лед с влагой был дождь, достает до зеленых побегов. Там, конечно, все вымерзает. Но про это я вам немножко чуть позже сниму. А вот первые сорта, видите, там нету ветра. И там заморозки, получается, обошли стороной эти два куста. А вот здесь, к сожалению, да. Вот то же самое, лед. Прибегу с работы и уже вместе с вами проверим, что же у меня стало с этим виноградником. Ну, пока, всем до встречи.